Давайте. Добрый день, меня зовут Андрей. Я живу на улице Интернациональная. Уважаемые жители района и улиц Кочубея Интернациональная, есть очень хорошая поговорка, придуманная русским народом. Чисто не там, где убирается, а там, где не мусорят. Люди, пожалуйста, не превращайтесь в поросят. Не делайте у себя около домов организованные свалки. Для этого есть специализированные контейнерные площадки, которые находятся буквально в 100 метрах от ваших домов. Все, что вы бросаете себе под ноги, разносится собаками, разносится кошками. На все это смотрят ваши дети. А когда немного потеплеет и придет постоянная плюсовая температура, мы все будем вместе эту вонь ощущать в своих квартирах. Плюс здесь заведутся грызуны, которые будут селиться как в частных домах, так и в ваших подвалах. Если вы этого не хотите и ощущать еще через окошки очень приятный запах, занесенным ветром, я обращаюсь к вашей гражданской ответственности и очень прошу, не создавайте несанкционированных свалок, а выбрасывайте, пожалуйста, мусор туда, где для этого созданы специально отведенные места. Спасибо большое. Меня зовут Екатерина, и хочу призвать наших граждан, а также нашу замечательную администрацию и управляющую компанию «Возрождение» к тому, чтобы что-то делалось в отношении уборки территории близ ближайших домов. Потому что то, что происходит сейчас, свалка мусора, которая у людей под окнами находится, где маленькие дети, которые должны дышать этой гадостью, происходит вот такое. Это мусорная свалка, пока что она еще только заполняющаяся сейчас. И поверьте мне, к концу сегодняшнего дня здесь уже мусора будет в 4 раза больше. Плюс это все будет сопровождаться собаками и кошками, которые за ночь это все растянут по всем улицам близлежащей территории. То есть Кочубея, та же самая улица, конкретно 166/50 дом, где мусорная свалка происходит постоянно возле первого подъезда, потому что все несет с вот этой территории, несет именно в этот двор, где территория просто-напросто не убирается. Пожалуйста, администрация, пожалуйста, УК «Возрождение», я вас призываю к тому, чтобы вы что-то с этим сделали, поскольку так жить невозможно. Скоро близится лето, эта свалка начнет просто-напросто не просто гнить, а источать такой зловонный запах, что я могу вам палатку поселить рядом с нашим домом, чтобы просто-напросто вы прочувствовали на себе, каково это дышать каждый день этой гадостью. Поэтому, пожалуйста, если вы не можете поставить жбаны, что здесь просто необходимо, выделить территорию под жбаны и поставить их, тем более, что эта территория относится к административному участку. Либо же, хотя бы ограничьте людей штрафами и камерой на столбе, чтобы все понимали прекрасно о том, что это не просто призыв, а о том, что это действительно относится к ужасу, который мы испытываем каждый день.